Всем доброе утречко. В общем, Никита у нас пока одевается дома. Ему сегодня к 10:50. Как дальше будем учиться, неизвестно. Может быть, примерно так же. Вот в 11 часов нам в школу. У нас не вторая смена. Мы все учимся в первую смену. Вся начальная школа у нас учится в первую смену. Просто из-за того, что у нас нет учителя, я так понимаю, учитель ведет свой класс, вот там 10:50 они заканчивают, и она наших забирает и ведет уже наш класс. Вот так получается. И поэтому пока будем учиться так. Очень, конечно, Сергей говорит, неудобно, то что сначала нужно одних детей возить, потом других, ну, в общем, Никита. У нас есть такая идея, что можно, например, всех утром отвезти туда, а Никиту к бабушке. А в 10:50 он тогда оттуда просто в школу перейдет, там, ну, идти 10 метров. Вот, так будет удобно. Но все равно будить Никиту с утра он не очень хочет. Не хочет? Сейчас вот сам проснулся, одевается. Он любит, конечно, у нас поспать подольше, в этом плане ему хорошо. Но я думаю, это правда будет лучший выход, чтобы нам два раза не ездить, потому что, ну, это правда неудобно. Может быть, пока так попробуем. Или сегодня, я думаю, можно его не на машине, а на самокате довезти до школы, а потом обратно. Тоже, в принципе, удобно. Только рюкзак я надену тогда. Никита перед собой поставлю. Застегнуть? Да. Никак не получается. Куда уехал вот мой пылесос? Он всегда сначала дал пылесос, а вот сейчас уехал. Наши горячие хрустящие бутерброды на завтрак готовы. Сегодня я что-то передержала вот этот. Покоричневел прям сильно. Хотя с этой стороны нормально. Никитка уже оделся, а потом решил позавтракать. Неразумно. Вообще их в школе кормят. Остались также завтраки у нас в школе. Я так понимаю, завтраки. Хотя сейчас Маша и обеды будет давать, если мы почти во вторую смену. Никит потом скажет мне, что вам давали завтрак или обед. Мне бутербродик. Вчера кормили? Что давали вчера? Манку. Манку? Слушайте, я сейчас Никиту отвезла до школы, а обратно на самокате. Я просто первый раз кого-то возила вот таким вот образом. Я часто вижу, что по улицам там парень с девушкой едут на одном самокате. А Сергей всегда возит, а я первый раз. Мне так понравилось. Это так удобно. Я, правда, Никитин рюкзак на себя надела, чтобы, ну, мне было удобнее стоять. Никита маленький, я маленькая. Мне кажется, там еще третий человек может поместиться. Но, в общем, мы так классно добрались до школы. И обратно я сейчас доехала очень быстро. Мне прям зашло. Очень мне понравилось. Я все думала, машину водить. Никак я не могу машину водить, потому что у меня есть муж, который мне постоянно перед выходом говорит всякие страшилки. Нормальные страшилки, которые могут быть в обычной жизни. Но у меня после этого все желание водить отпадает, вот правда. Я когда выхожу, Сергей говорит, ты можешь, конечно, аккуратно водить, но в тебя кто-нибудь может врезаться. Надо всегда по сторонам быть, ну, смотреть. Я, естественно, я это все понимаю. Но когда перед дорогой вот это наставление такие, я уже все, не могу. И, честное слово, знаете, вот иногда надо очень машину, я такси вызываю. Ну, никак у меня не получается просто взять и пойти водить. Я пыталась, сколько я там зимой или весной, когда я там тренировалась, я дней 10, наверное, поездила вот тут по дворам. Ездила. Один раз выехала на дорогу, довезла детей до поликлиники, когда мне надо было. И на этом все. Вот тогда, когда я ездила к поликлинике, там я поняла, что я не могу рассчитать время, в течение которого я поворачиваю. И меня это напугало. Если честно, очень напугало, потому что я вот начала, во-первых, я в горку стояла, я в горку поехала, и мне надо было свернуть, я все машины пропустила, и одна машина ехала очень близко. Я думаю, сейчас она проедет, и я как раз медленно заверну. И я начала вверх подниматься, чтобы завернуть, а она, блин, остановилась. И она мне пипикает, типа, куда ты едешь? И я не могу проехать, я ее, блин, пропускаю. Ну, естественно, я ее пропускаю, но я рассчитала так, что я же медленно это все делаю. И я думала, она проедет, она остановилась, еще на меня ругается, я не пойму вообще, что такое. В общем, меня эта ситуация сама из колеи выбила.
И там уже дальше начали машины ехать, она проехала, я уже за ней встала, дальше поехала. Но я поняла, что вот я просто не могу понять, когда мне нужно. Вот если дорога, конечно, пустая, я легко проеду. А если машины идут, я не могу понять. Ну, когда я в потоке еду, тоже я нормально еду. А когда вот такие вот ситуации, не могу просто понять время, в течение которого я вот этот поворот совершу. Какая машина там должна. Ну, я не могу дождаться полностью пустой дороги в некоторых местах, да, такого просто не бывает. И вот на каком расстоянии должна быть машина, чтобы я начала этот поворот делать. А я там еще в горку стояла, я это, ну, думала, заглохну, не заглохну. В общем, короче, эта ситуация выбила меня. Из-за того, что на меня там девушка еще наорала, тоже меня это выбило и из колеи. И я как-то больше вообще машину не включала после этого случая. Вот и все. На этом мое вождение, мне кажется, закончилось. И я, знаете, даже это желание писала, что я хочу водить в марафоне, когда проходила в Блиновской. Но сейчас я понимаю, что это не мое желание. Это вообще не мое желание. Это моя нужда и необходимость. И я понимаю, что я эту нужду могу какими-то другими способами компенсировать себе. Например, попросить Сергея меня отвезти, вызвать такси и так далее. То есть это вроде я хотела это, но это нет, это не желание, это вот действительно просто необходимость, и иногда мне вот нужно. Сейчас я вот раз на самокат встала и повезла, когда мне тоже была вот такая необходимость за ребенка в школу отвезти. В общем, обхожу я всеми путями это вождение. Может быть, когда-нибудь я начну водить. Но не в ближайшее время. Хотя надо, вот прям, вот действительно надо. Ну и Сергей, конечно, он своими комментариями, он понимает, что после его комментариев мне нехорошо, но он все равно не может меня не предупредить. Он так обо мне заботится. Настя, там, ты будь аккуратней, вот машины другие могут быть неадекватные, и пьяных ездит полно, и неопытных тоже ездит полно, а вот два неопытных на дороге это вообще не очень хорошо, и вот это мне начинает, все, я уже не хочу ничего, ни руль брать, ничего. Сейчас вообще на самокате мне очень понравилось. Едешь себе по тротуарчику аккуратно, ну, остановиться можно просто за 1 секунду. Нет такого, что ты там несешься куда-то, не можешь затормозить. Просто едешь, видишь, люди идут, можно просто остановиться, обойти их и поехать дальше. Это очень удобно. У меня, кстати, поначалу, когда мы только начали ехать, Никита говорит, можно я сам, я ему дала сам самостоятельно поехать. Он вообще уже ездил. А ему так нравится, он и туда доехал, обратно до меня вернулся. В общем, я думаю, через пару лет Никита вообще сам на этом самокате будет в школу ездить. Еще заехала, получила заказ свой, вот такая вот минеральная основа. Помните, я говорила, хочу использовать его вместо консилера. Вот посмотрим, что это, как это. Еще здесь минеральные румяна и минеральный хайлайтер. Вот хайлайтер и тональная основа. Вот что-то из этого я хочу использовать вместо своего консилера, корректора, или как это назвать, в общем, тоналки. Может быть, вместе их даже буду использовать. Я попробую и обязательно вам скажу свой отзыв. Вот такая вот кисточка еще здесь для того, чтобы это все наносить. Очень мягенькая. Это мне прислали на обзор косметику за мой отзыв. И я прям с удовольствием согласилась. Я сама выбрала, что мне нужно из линейки. Это Экомейк минеральная косметика. Посмотрела я сначала отзывы перед тем, как заказывать ее. Отзывы очень классные, очень много отзывов. В общем, сейчас хочу сама попробовать и с вами тоже обязательно поделюсь. Вот такая здесь баночка. Вообще все преимущества этой косметики говорят о том, что это не просто косметика, как обычная косметика, а с этой косметикой кожа дышит. И не просто дышит, а эта косметика даже улучшает качество кожи, и в ней даже спать можно. Ну, в общем, очень хвалит Экомейк. Экологичная такая косметика. В общем, попробуем. Очень мне уже хочется, но я сегодня уже намазалась консилером. Наверное, завтра начну пробовать. Сияй написано. Тоже говорят, кожа становится сияющей, естественный, природный, такой натуральный макияж. Подстраивается под тон кожи, маскирует недостатки, защищает от пыли, от жирного блеска и даже от ультрафиолетовых лучей защищает. Представляете?
Такая вот косметика. Слушайте, это классно. Про ультрафиолетовые лучи вообще очень актуально. Знаете, я когда летом еду там на море или просто вот выхожу на улицу, я специально не наношу консилер и ничего, потому что когда у меня кожа загорает, у меня выходит вот то, что тут не загорает. А здесь, наоборот, можно полностью на все лицо нанести. Консилер я не наношу на все лицо, я только под глазами наношу. А вот такие вот румяна, пудру можно наносить на все лицо, и оно будет защищать от ультрафиолетового излучения тоже. Слушайте, прям здорово, мне нравится. Хайлайтер добавляет деликатное свечение, мягкие переливы, ощущение легкости и сияющее настроение. Даже настроение добавляет. Ну, правда, настроение у меня уже даже сейчас улучшилось, несмотря на то, что я его еще даже не наносила. Освежает макияж, это румяна, освежает макияж, подходит для нанесения на щечки, губы и веки, подстраивается под тон кожи. Да, кстати, про румяна я слышала, что их часто наносят на губы, чтобы губы сделать ярче, и ну, используются как румяна и вот как блеск для губ. В общем, Никита вернулся из школы, попросил у меня поиграть в телефон сначала, а потом уроки сделать. Я знала, что так не надо, но в итоге разрешил, ну, поиграю полчасика в телефон, а потом за уроки. В итоге сейчас мы сидим просто, просто ревем, как белуга. Сначала начал реветь, потому что увидел, что у него нет, он взял с собой в школу 4 бравла, вот этих, которые мы вчера открывали, а 2 нет. И он решил, что у него украли, или он сначала решил, что потерял, потом вспомнил, что он Максиму дал, Максим не вернул, или не Максим это был, непонятно, ну, в общем... Он из-за них начал сначала реветь, да так реветь, что слезы просто, можно ведро слез набрать, прям капают. А теперь он плачет из-за того, что у него не получается пробел между словами поставить. И сам смеется уже. Ну, то ему все у тебя получится. В общем, у нас не просто буквы не получается, у нас не получается пробел между словами поставить. Он 3 раза попытался слово написать, следующее без пробела, вернее, с пробелом у него не получается, он просто прилепляет. И он уже пишет первую букву, понимает, что пробела нет, начинает реветь, зачеркивает, пытается опять сделать пробел и опять прилепляет. И, в общем, вот такие вот у нас проблемы. Я говорю, Никит, ну все у тебя получится, ты только во 2-м классе, ни в 10-м, ни в 11-м, все нормально, все сразу, никто сразу не учится, все хорошо, все получится, но я так понимаю, что сейчас вот у него такое состояние, он прям в истерике сейчас над этой тетрадкой у нас бился, нужно написать, ну прилично нужно написать, сейчас скажу, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ответов на вопрос. Как тебя зовут, сколько тебе лет, ну не просто Никита написать, а меня зовут Никита. А для него, в общем, мы остановились на 3-м вопросе, в истерике, тетрадка уже мокрая. Я не знаю, как мы дальше будем учиться, но мы научимся ставить пробелы. Это не из-за того, что он не может написать, это реально из-за телефона. Просто нельзя делать уроки после телефона, он еще мыслями там. Тут пытается быстрее написать, а у нас же Никита какой, у него все нужно прям быстрее. И если он там быстрее всех не сделает, это для него катастрофа. У него сам по себе характер такой, он хочет всегда быстрее. Он уроки, говорю, в прошлом году делал за 3 минуты все. Он вообще не сидел над уроками. А тут аж 10 предложений надо написать. Для него это катастрофа. И он перенервничал из-за этих бравлов. И все навалилось сразу. А теперь я еще сказала Никите, сейчас нам через полчаса выходить уже на робототехнику. И он такой, как? Ну, типа уже вечер. И еще сильнее расстроился. В общем, школа началась. Школа началась. Нет, в прошлом году у нас не было таких проблем, что он там что-то не хотел писать. Он сам быстренько писал, он меня никогда не звал. А тут говорит, мам, как написать слово «учусь»? Я говорю, «у-че-у-с», мягкий знак. Он говорит, нет, как написать без пробела? В общем, без пробела. А я ему еще показываю, говорю, тетрадочку, Никита, смотри. Вот это прочитала, ему говорю, как хорошо мальчик написал. Я говорю, кто так писал? Ни одной ошибочки, и пробелы есть, и все красиво. Это не я писала, это мне учительница написала, представляете? Вот тут не стесняется. В общем, в школе красиво все нормально написал, тут вот учусь не может написать без пробела. Потом в классе он Л
не мог написать К, потом опять К. В итоге я ему тут прям по буквам продиктовала К, Л, А, С, С, Е. Он написал. Теперь вот надо написать, как маму зовут, как папу зовут, где они работают, как зовут бабушку и дедушку, как зовут братья, а есть ли братья и сестры, как их зовут и где они работают или учатся. Я не знаю, мы, наверное, будем неделю это писать, к сожалению. Хотим еще Сергеем стол вот этот поменять, сделать немного шире. И вот, вот это вот пластилин, который дети не могут очищать, это только ногтями очищается, тоже меня раздражает, если честно. Есть у нас вот подставочка, на которой они лепят, но она почему-то все время оказывается вот тут, они лепят тут. Когда они лепят вон там, она оказывается вот здесь. В общем, они специально это двигают, как наш хвост от пледов убегает. Дали нам сегодня учебники. Учебник по русскому. Мы учимся по программе «Перспектива», а математика у нас по школе России вот идет. И учебник английского дали, просто посмотрите, в каком он состоянии. Он настолько потрепанный, убитый, заклеенный, перезаклеенный, что аж страшно. Листочки переворачиваются, кажется, что он сейчас развалится в руках. Но зато нам выдают учебники, мы не покупаем их. Всему классу вот выдали, ну у всех вот такие вот просто. Хотела обложку сейчас надеть, а у нас обложки меньше. Вот у нас вот такие обложки, не хватает, надо купить отдельно. Уже сокращаю по максимуму не мою бабушку, а просто бабушку зовут. В общем, стараемся поменьше слов. Бабушку. Только с большой буквы и пробел после запятой. Ой, после больше, точки. Больше. И побольше пробел, пожалуйста. Побольше. Вот так. Нет, вот, вот так. Ба. Бу. Ш. К. У. Все, можете поздравить нас. Мы справились. Никита справился. Все. Смотрите, Сергей уже начал здесь крышу делать. Вот. Некоторые нам пишут, что мы застроили весь двор. Нет, вот тут сколько? 2 метра-то всего лишь пристройка. Ну, 3 метра, я даже не знаю, сколько она. У нас с этой стороны и не было двора. Двор у нас с другой стороны, и он остается свободный. А здесь вот только для гаража место, для одной машины. И сарай для инструментов. Тут немного места мы заняли этим всем делом. Соседи, помните, весной показывала, красивые такие цветы были. Сейчас груша там выросла, вот она висит. Цветы вообще огромные были, белые такие, красивые. Лапа сидит такая. У нас дождик вот немножко пошел. Сергей поэтому повез Никита сам. Я не пошла на прогулку сегодня. Под дождем я гулять не очень люблю, поэтому Сергей пошел сам. Вернее, пошел, поехал на машине, и он на машине заедет за Мишей, за Степой, заберет их из сада сегодня. Вообще, я планировала сама пойти и как раз с ними прогуляться, но дождик все наши планы немного поменял. Так что я сейчас что-нибудь приготовлю на ужин, пойду влог замонтирую, как раз вечером выйдет у меня, и пойду дальше вышивать. Хотя, наверное, я уже не успею ничего вышить, сейчас только этим займусь. В общем, сейчас дети уже скоро приедут, значит. Вот Никита сегодня только одно занятие — робототехника. Оно длится у него примерно 50 минут, иногда час, иногда 50 минут. И он что-то сегодня вообще даже туда не хотел идти. Обычно бежит туда, он очень любит эту робототехнику. А это не хочу, не пойду. Я говорю, вот у него после этого телефона чуть все настроение испортилось, пересмотрел. И он сегодня, кстати, не играл сам, а смотрел какие-то видео. Вот когда он видео смотрит, все, у него потом вот эта истерия начинается. Я за то, чтобы дети сами играли, а не смотрели, как играют чужие, или просто смотрели какие-то дурацкие видео. Все-таки лучше пусть они сами играют, и у них какой-то процесс идет, они активны. А тут посмотрел на других, потом настроение испортилось, начал ныть. У нас с Никитой всегда такая была история. Он постоянно перевозбуждался. Организм, наоборот, такой не вялый.
А мозг перевозбуждается у него от этих мультиков, от того, что он смотрит, и он потом начинает истерить. Вот это резко все выплескивается. В общем, для Никиты это прям ограничение. Так, пока Сергей уехал, я буду делать вот такую вот курицу. Курица у меня немного неприглядная, она вот наполовину ободранная. И кусок винограда на ней еще почему-то прилип. А, я в раковине мыла виноград, а прям курица. В общем, курица у меня сегодня большая, просто огромнейшая курица. Я решила ее просто запечь. Здесь у меня майонез, сверху приправа чеснок гранулированный. Сейчас все смешаю, курицу обмажу и в духовку. И соль еще немножко добавлю. Курочку всю обмазала, добавила стручковой фасоли, цветной капусты. Цветную капусту, кстати, я летом еще замораживала, распределяла ее на соцветия, мыла и сама замораживала. А стручковую фасоль, это мы, по-моему, где-то типа в светофоре брали упаковками, и она у нас в морозилке до сих пор хранится. В общем, поставила это все в духовку, где-то примерно через час я это выключаю. Сейчас 17:30. Может быть, даже чуть больше часу будет стоять. От курицы обычно много бульона выходит. И это все там так тушится. Очень приятно потом будет пахнуть. Я такое очень люблю. Я обычно под курицу добавляю картошку. Чаще всего необычно. А иногда еще рис. А сегодня полезла за картошку. У нас всего лишь одна последняя картошка осталась. Сейчас написала Сергею, чтобы тоже картошки купил. Ну, вообще там много продуктов надо купить. И в итоге залезла в морозилку, думаю, у меня же фасоль тут лежит, давно мы ее не ели, стручковую фасоль. В итоге сейчас запеку. Стручковую фасоль дети в основном не едят, но ее очень любит Сергей. Так что Сергей прям фасоль с удовольствием поест. А цветную капусту дети любят у нас. И Никита прям, ну, обычно мы цветную капусту делаем в кляре. И Никита прям уплетает за обе щеки ее. Такую не знаю, будет есть или нет, но в любом случае я тогда съем. Ого, у нас какой ливень сильный начался, прям как из ведра льет. Эти крыши пока не застелили же, ничем не помогает, в общем, крыша. По суше, конечно, но не особо сухо. Сереж, надо корм тоже домой занести.